Шеф-повар Максим Григорьев. Кулич 2015. У вас бывает так, что вы заветную баночку с чем-то храните для особого случая? У меня бывает. Вот так и произошло с коробкой маскарпоне. Лучшего применения, чем как для праздничного ритуального хлеба, трудно найти. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Ванильный экстракт 10 мл. Вода 100 мл. Глазурь сахарная 200 грамм. Дрожжи сухие 9 грамм. Изюм 150 грамм. Масло сливочное 110 грамм. Молоко 1-10 мл. Мука пшеничная 500 грамм. Сахар 170 грамм рам. Соль 0,5 чайных ложек. Сыр маскарпоне 170 грамм рам. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Понадобится масло, маскарпоне, яйца, дрожжи, мука, молоко, изюм, ваниль, сахар, соль. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Шаг 2. Взбить масло, сыр, сахар, молоко, воду, теплую. Яйца, ваниль. Шаг 3. Муку просеять с дрожжами и солью на жидкие составляющие. Шаг 4. Вымешивать тщательно 10-15 минут. Тесто не липнет и очень мягкое и вкусное. Шаг 5. Вмешать чистый изюм. Оставить на 1 час в теплом месте, затянув пленкой, миску. Шаг 6. Формочки дорастить пергаментом. Подошедшее тесто обмять и разложить по формам, я заполняла меньше, чем наполовину. Накрыть, оставить еще на 1 час. Шаг 7. Выпекать 30-50 минут, в зависимости от форм, при 175, охладить на решетке и украсить. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.